Я Нікіта Дрюченко і мої гості, як завжди, на спортіку. Літо, водичка, саборди. Що може бути краще? З чого розпочати мені знайомство з цим видом спорту? Вже я так буду говорити, бо я знаю, що є і змагання. З чого розпочати? Ну, для начала надо просто прийти к нам, mm -hmm. просто попробовать. Перед выходом на воду мы проведем вам инструктаж, все расскажем, все покажем. То есть на самом деле это несложно. На самом деле, потому что все боятся, вот я упаду, я стану на сап, я сразу mm -hmm. упаду. Нет. ну... Падают реально 95%, вернее не падают. Буквально пару человек может упасть. Но на самом деле саборд, он и создан для того, чтобы мы могли с него упасть. То есть, смотри, когда мы сидим в каяке, мы просто в нем сидим. Так? Да. То есть, если мы перевернулись из каяка, ну это капец. Мы уже не залезем. Ну на так, трава и выкрутить из да, разумеется. Это mm. сложно. Ну, действительно. А сапа, ты можешь упасть, ты можешь прыгнуть с ты можешь упасть, ты можешь лечь, ты можешь сесть и ты на него можешь спокойно обратно забраться. То есть это. это не тяжко. Нет, это это как на бортик бассейна. Ты просто к нему подплыл и на него забрался. Все, это это классно. Так э, весло. Весло, да. Мы покажем, как им пользоваться, потому что не все на самом деле сразу понимают, как его держать, потому что его там надо перекидывать из руку в руку, э, угу. там разворачивать доску. Но это не сложно абсолютно. Популярный цей вид развлечений спорта у Днеприя зараз, як скажеш? Э, он становится, он набирает популярность, потому что буквально еще года четыре назад, когда мы где-то ходили на сапах, на нас вот так смотрели, мол, что, что это такое? такое? Вы чего стоите? Почему вы не сидите? Почему у вас одна лопасть на весле? Uh -huh. То есть, а сейчас уже такие: о, так это собор. Ну, уже люди начинают понимать, а что есть это такое. конкуренция среди фирм, может быть? Я Конечно. Не знаю, они, есть, их много. Конечно, uh -huh. их как минимум, наверное, четыре. Это, которые такие самые основные. Ну, это мы саб Днепр, это сабстанция, uh -huh. это Тревел каяк, это каяк Днепр. Вот это, это такие фирмы прокаты. То есть у них есть и каяки, и сапы. Но на сапы больше акцент у нас и у сабстанции. То есть uh -huh. у нас именно мы начинали именно с в каяки это как дополнительный вид. Ты особый стояк познакомилась с вас вот дошкой, как ты до цього пришла? Uh -huh. Лет семь назад, когда об этом никто вообще не знал, когда на нас смотрели невероятно круглыми глазами, мы увидели, что такое сап, и его купили. Это было в Киеве. То есть нам стало интересно, и мы приобрели сап и начали на нем ходить. А потом мы поняли, что насколько это классно, реально очень uh -huh. классная вещь. Это я сравниваю сап с велосипедом. Вот на велосипед я села и уехала куда угодно. Я могу. Ну, то есть я не завишу ничего, нет бензина, ничего, я просто уехала, я катаюсь на сап, то же самое. Я стала на сап, я ушла. То есть в любое безлюдное место. Очень классно. И вот это вот как бы и заинтриговало. Вот мы купили САП и начали кататься на нем. А потом нам это очень сильно понравилось, и мы захотели это рассказывать. Еще купить САП. Еще купить САП. Еще мы начали САПы завозить в Украину, продавать. Uh -huh. И вот сделали прокат, чтобы доносить людям, что это классно показывать. Это. Я бачу, что они разных размеров есть. Я один там нереально велетенский, на компанию целый. Расскажи про сами дошки, какие вы Заглебывают. Um, доски бывают разные, их несколько видов. Есть доски универсальные, это такие небольших размеров, 10, 6, 10, 8, они у нас чаще всего на прокатах представлены. Они круглоносые. они созданы для того, чтобы ты мог просто выйти на, на сап, на воду походить немного часок-второй, uh -huh. то есть недалеко поплавать по спокойной воде. Но даже его, эту универсальную доску, можно взять с собой на море и попробовать побаловаться на волне. То есть, понятно, у тебя там не получится серфить, прям uh -huh. как у профессионалов, но просто побаловаться, покататься на волнах можно. Это первые доски. Есть еще доски туринговые. Они уже идут более остроносые. Это для типа профи? Ну, это почти. Это для людей, которые ходят... Хотят куда-то уйти в поход там на 15, на 20, на 30 километров. То есть там mm -hmm. больше отсека для багажа. То есть мы уже можем взять с собой палатку, wow. спальник, вещей побольше, еды и уйти уже там с ночевкой. То есть мы ходим еще по Орели, по Ворскле тоже на сапах и это очень классно. Так, а для детей есть yes, бортборд? Да, board. есть для детей детские сапы, детские весла. У нас они на прокате тоже представлены. Мы ставим деток на сапы. Ну, с детками сложнее, с детками надо дольше заниматься. Но ну, мы занимаемся, мы ставим деток, потому что они, тяжело у них с пониманием, как перекидывать весло, ага. как управлять доской. Но есть такие, которые просто, ты им дал Под весло, сразу, и он, да? он сразу... Чух, І но у дітей що проще вони легше становляться на сап. То вони, як і на лижі, діти на лижі очень швидко становиться. Ані стали і поїхали. САП теж вони піднялись на ножки, вони вже стоять. И... Опиши перше ось саме тренування людини, яка ніколи не стояла ні на яких дошках, навіть там на, на, на скейтборді. Ось прийшла людина. Як етапність ось навчання? Поясни а, у нас є такий пірс. Мы на него ставим сап. То есть сначала это все проходит на суше. Uh -huh. Человек залазит на сап на суше. То есть сначала мы начинаем с коленок, положение на коленках. Я даю весло, рассказываю, как им грести, как правильно держать, как его перехватывать, как разворачиваться. Мы делаем имитации гребли uh -huh. на суше, потом мы поднимаемся на ножки. То же самое делаем на ножках, то есть стоя. А только потом ставлю сап на воду. Человек опять на коленке становится на воду, пробует ходить и уже поднимается на ножках. И уже дальше сам пошел, пошел, пошел. Я що что у вас прям... Такий атмосферний е досуг, скажімо так, тому що там чайок, там щось попивали, покупались, е хтось впав, хтось виліз на борт, е всі задоволені. Е ось це ком'юніті е в Дніпрі, воно ж розростається все більше і більше людей. Це не лише про якийсь там спорт на воді. Якісь відпочинки. Це как таки... од... відпочинок. про відпочинок. це про спілкування. Это про знакомство, потому что у нас цель нашего проката не просто, что человек пришел, мы ему дали сап, он ушел. Нет, он пришел, дали сап, он покатался, он пришел обратно, он посидел на пуфике, он попил кофе. В следующий раз он пришел с друзьями, он уже посидел с друзьями, то есть отдохнул. То есть, чтобы человек как можно дольше оставался у нас, сидел у нас. У нас в, в, в проекте такой сделать проектор, чтобы там были фильмы вечером, футбол вечером. То есть вот так вот мы Круто. Хотим uh, расскажи. Я, например, хочу придбать собор Да. И весло, и все инше. Uh, сколько приблизно это будет мне коштовать? Uh, есть доски разных сегментов, точно так же, как и машины. Допустим, есть доски эконом-класса. Это примерно от 300 до 500 долларов. То есть ну, в этих пределах да. есть средний сегмент, это где-то 500-600 долларов, есть прям элитный сегмент, хорошие сапы, они все хорошие но uh -huh. тебе еще как бы лучше, они уже там от тысячи долларов начинают. То есть ты приходишь к нам, ты говоришь свои цели, то есть я вешу 60-70 uh -huh. килограмм, мне надо недалеко поплавать, возможно взять на борт девушку или ребенка, и я говорю тебе, тебе нужна именно вот такая вот доска, она тебе идеально подойдет uh -huh. под твои задачи, и ты уже выбираешь из ценовой категории, какой сап тебе подходит. А есть у Да, соревнования есть, уже проходят чемпионаты Украины, по САПу. То есть, всякие... красивую фоточку на фоне захода солнца Как это бывает? На скорость. Элементарно на скорость. Точка А, точка Б. Да, да. Кто первый придет? Есть разные дистанции. Есть для любителей. То есть это там, конечно, больше народа. Есть чисто спортсмены, там элит-класс. Сейчас соревнуются уже спортсмены на жестких карбоновых досках. Mm -hmm. То есть они очень узкие, вот прям вот такие вот узкие и длинные. Это чтобы швидкость была Да, давала, конечно. Говоришь? Чем длиннее и уже доска, тем она будет идти быстрее. То есть mm -hmm. на ней надо устоять и на ней надо еще хорошо технично правильно грести, чтобы быть первым. А чьи какие-то додатковые, обовязковые споряджения? Там, например, гидрокостюм? Э, ну, летом... Mm -hmm. Шоу, может, этом, <сёк> шлем одевают на белой воде. Белая вода – это когда пороги, это когда mm -hmm. течение, это когда бурновод. Это там МИЕ, допустим, там обязательно шлем. И сейчас уже в этом году там начали ходить на САПах. А на соревнованиях шлем нет. Жилеты спортсмены тоже не так часто одевают. Вернее, ну... Ну, бывает, ну умеют, а, ну, умеют, та, ну, ага. ну умеют, они плавать, понимаешь. <свеч> <свеч> есть еще такая вещь лишна, лиш называется. Это такой страховочный поводок, который цепляется к доске и к ноге. Угу. То есть, если ты падаешь, доска от тебя никуда, никуда? не уходит. Вот лишь, да есть. Ну, так что привезти там дитину до вас, какие-то там жилет обязательно Це... на прокате <свеч> жилет обязателен. То есть, когда мы говорим о спорте, это одно дело, а на прокате жилет обязательно всем людям мы выдаем, конечно, что были в жилетах. Еще какие-то правила безопасности, которые должен знать ваш. Гист, который пришел, возможно, что-то не, мож... не можно робити там в любом случае. Какие-то правила вы говорите Да, правила есть, в зависимости, во-первых, от погоды. Если сильный ветер, то мы не разрешаем выходить в открытый Днепр, потому что это опасно. Человек, особенно новичок, ветер сильный, может его просто снести. То есть мы показываем, где можно походить, где безопасно, мы туда отпускаем. То есть... Э... Если, допустим, не знаю, прям сильный-сильный ветер, мы человека вообще не выпустим на воду. Ну, то есть, ну, это, это опасно, это действительно опасно. Э вечером, ночью мы не ходим по воде. Ого. Да, это опасно тоже, потому что если мы увидим яхту идущую, она нас навряд ли увидит. И это действительно очень опасно, темно. Ну и... <impres -ribleTwo> mm -hmm. Слушай, ну вот в акватории Днепра много людей, которые на скутерах э, з ума сходят и катаются. Они заважают какого-то саббордиста? Э, мешают, мешают. Mm -hmm. Есть те, которые с уважением относятся, то есть они могут притормозить, на медленном ходу пройти. А есть те, которым наоборот интересно посмотреть, как там девушка в купальнике. Будет стоять на этих волнах и упадет ли она. То есть, ну, есть такие люди, это очень неприятно. Поэтому мы стараемся показывать направление, куда можно пойти, чтобы как можно меньше было вот этих вот скутеристов и так далее. Цена. Сколько? коштует Аренда и, за гели, сколько? Це триває годину, дві-три. Длиться оно может от часа, хоть угу. весь день кататься можно. В основном новички берут час-два. Это достаточно время, чтобы первый раз познакомиться с апом, понять, что это такое, нравится тебе или не нравится. У нас стоит это час 150 гривен, угу. а последующие часы по 100 гривен. Ну, нормально. Абсолютно нормальная цена, доступная, чтобы понять, что это такое. Я знаю, что якость такой симбиоз винег с сабордистів и тренеров из других видов спорта. Расскажи. Да. Что ж там і що еще у вас на локациях? У нас на локации есть еще парусная школа, угу. то есть детки тренируются, когда ветер. Они выходят на своих яхтах на воду, а когда штиль, когда нет ветра, они приходят к нам, и тренера их тренируют на устойчивость, на баланс, на сапах, то есть они выходят mm -hmm. и тоже занимаются, это очень классно, это очень интересно. У нас приходят к нам хоккеисты, как ни странно, да, целые команды, то есть приходят, что занимаются, mm -hmm. но у них может это быть как тренировочный процесс, то есть вплоть до того, что они просто легли на сап, грудью ага. вниз, слегли и гребут руками, это очень сильно забивает плечи, так, то разумею. есть это хорошая тренировка, и просто как вид отдыха, они балуются, вот хоккеисты, вот классные ребята, вот реально, они... им не страшно упасть, им не страшно мокнуть, они падают, залазят, опять падают, дерутся, друг друга обрезаются, у нас есть еще такие штуки, называются как гладиаторские бои, это две такие большие надувные биты, Wow. Да, они становятся на бигсап вот этот бигсап, который uh -huh. до 8 человек в uh -huh. можно ходить, они становятся вдвоем э, с этими Разве битами. И, начинают просто что и они просто начинают uh -huh. драться. И представляешь, как ребятам интересно, и это зрелищно, кто кого спихнет и там по очереди. Еще и кроссфит и йога. Да, кроссфит и йога. Ребята могут совмещать тренировку как это суша и вода то есть какие-то упражнения с инвентарем на суше, какие-то прыгнули на сап, погребли руками, сделали бёрпи, поприседали, сделали mm -hmm. пресс. И йога это уже такой более релакс на закате, на рассвете. Багато людей на йогу проходит? А, ну, все больше. Знаете, знаешь, когда я выставляла историю в Инстаграм, все-таки Вау, класс! Я хочу. Я говорю, ну я ж вам говорила, що це класно. Приходіть. Вона ще така тренер, дівчинка, у нього такой спокійний, тихий голос. В конце на медитації так хорошо розгорюся. Такі дівчатки приходять, такі просто. в общем, очень класно. Катання на соборді. Які м'язи ми задіємо ось при такому відпочинку? Якщо я, наприклад, спортсмен, що мені це дасть? Если спортсмен, если, допустим, ты вот прям идешь и идешь, во-первых, это выносливость, сила, э, мышцы задействуются у нас, это спина, это руки, это бедра, это ягодицы, то есть все задействуется, даже пресс, Ревнула. даже боковой пресс, угу. конечно, вестибулярный аппарат, то есть это очень хороший вид фитнеса. можно, научившись кататься на сабборде, потом э, как-то легче стать на серф? Да можно конечно во первых мы проводим подготовку к воде к, вернее к морю то есть есть специальные серферские развороты там 90 не помню какой разворот как выходить на корму, как развернуться, как увидеть волну. То есть мы это все рассказываем и готовим людей к морю. А потом мы отправляем их на море, на черное. На Санжейке у нас есть сабспот, и там уже их именно учат. Протестите на... Уже. Да, их уже учат на На волнах. На волнах. Блин. На волнах. Щоб прийти е, і покидатися на саборді, мені потрібно якось додатково підготувати свої м'язи рук чи людина будь-якою спортивної підготовки або взагалі її відсутність може прийти. Любой чоловік може прийти без підготовки з спортивною підготовкою. у любого чоловіка вийде. <свят> то есть он может вести в лайтовом режиме, в расслабленном, а может именно сделать себе фитнес-тренировку. То есть как угодно. А технично как-то нужно доглядать за бордом? Да. тераты то натирать, возможно? Да? Расскажи, пожалуйста. <свят> <вам свят> Смотри, после каждого выхода доски на воду, когда она приходит, мы ее моем. Это, <свят> это сложно, это долго, но мы каждый сап моем, потому что я люблю стоять на чистом сапе. Звычайно. Я взяла сап. Я люблю стоять на чистом сапе. Я люблю ставить людей, чтобы они тоже стояли на чистой доске. То есть, поэтому сейчас, особенно, начала зелень на Днепре, это О -о 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 -о. ужас. И это оно ужас. просто налыпает на дождь. Оно везде, mm -hmm. оно на ковре, оно внизу. То есть, и мы доска пришла, мы ее полоснули и спрятали. Это самый основной уход. Если это соленая вода, после соленой воды, после моря, обязательно надо доску опреснять. Как и любую вещь, как uh -huh. и плавки, как и доску, весло обязательно. А то она начинает там клинить потом. А сколько она прослужит, вот такая доска? Ты купил ей 10-15 роков? Ну смотри, все зависит от цены доски. То есть доски бюджетные, у них, у нас на них гарантия год. Доски среднего сегмента, там уже 2-3 года гарантия. Mm -hmm. Именно которая гарантия, она действительно, если что-то случается, случается с доской, ты к нам приходишь, вплоть до замены доски. И доски, которые высокого, дорогого сегмента, там гарантия 5 лет. Слушай, а они разбираются, что они такие и есть? Есть доски надувные, в основном, uh -huh. это надувная доска, это очень удобно, ты ее сдул, скрутил и ну, засунул так. в сумку, рюкзак, сумка на колесиках, и ты полетел куда угодно, в любую страну. А весло? Весло тоже, так, оно так, разборное, ага. оно разборное и прячется в сумку. А что вы делаете в зимку? сезонность, я так разумею, про суть. Сезонность есть. Лично мы и те клиенты, которые у нас уже уверенно стоят на досках, и мы знаем, что они хорошо стоят, мы просто выходим зимой ломать лед. Вот и все. Да, у нас есть доски такие крепкие, проверенные прокатом. Вот ты говоришь по поводу, сколько она прослужит. У нас есть доска, ей 7 лет, жесточайшего просто проката. В ней ходили, на ней ходили все везде по льду. Она валялась везде в обуви, в ухах, в кроссовках, в чем угодно. И с ней все в порядке. Это доска, которая дорогая. Вот. Зимой мы просто выходим, ломаем лед, чисто катаемся. Когда совсем э, замерз Днепр, mm -hmm. мы на коньках катаемся. Ну, а занимаемся другим просто бизнесом. А ты особисто катаешься на бордах? Чи тебе не вистачает на это часу? Uh, я катаюсь осенью-весной, в основном, mm -hmm. либо на рассвете, либо, либо на рассвете. Все, потому что в остальное другое время нет времени. То есть люди, записи, продажи, mm -hmm. все такое прочее. У распочинается твой рабочий день и завершается. Uh, в основном начинаем мы в 8, заканчиваем к 10. Если это рассвет, то начинаем мы в 4 утра. Вот. Ого! Четыре урана Да. <laughs> 4 ранка. да. И находятся, ты понимаешь, находятся такие люди, которые хотят в четыре утра проснуться и выйти на рассвет. Но это очень классно. Рассвет и закат это абсолютно два разных Времени, mm -hmm. это це дві різні То Тобто, як ти чувствуешь себя на розсвіті, ти абсолютно по-другому чувствуешь себя на закаті. Розсвіт це як то чогось нового, новий день. Ти выходит як виходить сонце. Ти это прям... заряджаєшся этой энергией, і ти навіть не думаєш, що ти встав в 4-3 в утра. В Україні розкажи про складності ось ведення такого бізнесу? З якими перешкодами ви? зустрічаєте на своєму шляху. Це оренда, я не знаю, пірсів. Там. Ну, розкажи, я впевнений, що маленький бізнес е, взагалі йому важко будь-де, особливо в Україні. Е, ну, можливо, ну найбільші трудності, ну, конкуренція це навіть не трудності. Це, ну, це нормально, коли здорова конкуренція должна бути. В плані арії, так. Да, ми просто саме трудності, це знайти класне місце, де ми можемо. сделать так, как мы хотим. То есть, где мы можем сделать локацию, где будет удобно, комфортно нам, где будет удобно людям, где есть где походить на воде, то есть водные просторы. Вот это самая большая трудность в плане проката. А, де походить на воде? А, де кайфовіше, Там, где трошечки хвилі є, например, Черное море, або Днепр, где он гладенький большую часть часу? На самом деле Днепр очень такая река, и волны бывают очень хорошие. Ага. Да. Но, понимаешь, и на волнах хорошо, и когда штиль хорошо это разные удовольствия. Но мне, наверное, нравится больше штиль когда ты идешь, все тихо, птички поют классно. На волнах тоже классно покататься, попробовать встать, поймать эту волну, упасть ну, тоже кайф. А... У тебе є 30 секунд, щоб, наприклад, я ніколи не катався на сабордах, <хи> вмовити мене прийти і покататись. Один, двох, сім'єю 30 секунд. Смотри, приходиш. Угу. Во-первых, класний загар. Точно. Виходимо на воду. Вода, природа. Тобто, ти вроді в місті, але ти якби на воді на природі, ти можеш упасть, ти можеш, ти можеш просто лечь. Ти можеш зробити, дуже багато класних фоточок, і вони реально набирають кучу лайків, Це проверено. Отлично. Друзі, ну що ж, хочете не просто багато лайків і фоточок, а ще й спортивно відпочити на сабордах, які вже популярні, а я знаю, що багато з вас ще не стояли на бордах. Обирайте справу та кайфуйте. Це був Нікіда Дрюченко, на спортику. Ще побачимось!